Поехали! Счастливой дороги. Я включил, да, сейчас будем писать. Давайте, мы должны выйти вперед этой толпы. Только не подрезай. Адский разгон сходу. Давай, до 40. О, 41,5. Так, не выезжай резко. Нормально. Где мои друзья? Добрый день, вот это вы. Что? Добрый день. Все, сейчас должно. Вот я вот чувствую мой внутренний будильник. Я поснимаю на видео тебя, как ты едешь. Но по идее, колесо, если сильно быстро крутится, то ты пустишь руки, велосипед на бок не упадет все равно. Ну так. Ну да. Чисто по логике. Блин, красиво, неплохо. Ладно, GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. Это ромашки. Ромашки. Офигенно. Блин, мы не успели. Давайте, 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 давайте. Я держу их. Проезжаем. Сейчас звоним. Да, что за музыка? А, это Костя. Алло. Между девочек, между девочек, между девочек. Ой, ладно, не проехал. Короче. Девки, девки за рулем. Я снял. Какая погода? А 32 градуса. Это дальше-то после этого. Прямо. Да мы сейчас тебя догоним. Ладно, поехали. Если я спал с тобой, не думай, что я твой. Стекло! Вот, нормально. Ребят. Лиза, дай проехать с ними. Лиза, я так-то тоже не умею. Я даже жестче с ними. Я привез вас в деревню. Сейчас будет интересная горочка. Надо было вообще, да, без шорт ехать. Здесь нет. Ну, с тобой нет. А так я ездил здесь, да? О, это ж дом, как в Майнкрафте. Вот эта фигня похожа. И стекла такие же. Оба. Там какой-то бордюр, аккуратно. Вошел. Не, классно, классно. Замечательно, восхитительно. Погода офигенная. Сегодня без анекдотов. На Урус похож. Молодец, Егорчик. Фейс. Я люблю таких людей. Время. Ой! Не ожидал. А, нет, направо, направо, направо. В телефонах сидят. Вот это интересно. Вот это да. Ромашечки. Вы что, не узнаете это место? Ну, это лес. Блин, только погрязи, елки-палки, нет! Ребят, стой! Так. Мы ж не поедем по говну? Не, не надо. Поехали лучше не по говну. Возвращаемся, возвращаемся. Там болото. Ну, мы можем поехать. Во, круто! Вот. Главное, это настроение. Когда есть настроение, тогда все офигенно. Я могу сзади поехать, чтобы если сбивала машина, то меня первого. Да ладно, че? Ну тогда все, просто едьте за мной. И я прощаюсь. До скорой встречи. Но вряд ли на земле никто не вечен. Икея, привет. Блин, как классно. Смотрите. Это симулятор. Представь то, что ты едешь. Ой, главное затормозить вовремя.
у меня тормоза-то огонь. А что здесь влажно? Тут что, полы мыли? Только на машины смотрите, едьте как-то не хаотично. Вот, допустим, надо сейчас тупо вот выехать на эту прямую и налево, и все. Прикольно по паркингу ехать. Он такой цветной. Лисичка 27. Когда высоко сидушка, нога полностью выпрямляется, вообще кайф. Да, да, это уже просто веду стоя кататься. Да. А когда я умывал, сильно надо было, вообще нереально было. Сейчас типа и стоя более-менее комфортно, иногда когда сидушка упирается. Ну вот я сейчас ее тоже высоко сделал. Под себя максимально и нормально. Ну да. Время без забот. Эй, собака. Как твои дела, собака? Что-нибудь из магазина дать? Да? Да. Ты ж кинолог, мы знаем. Да кушай ты. На самом деле, я их боюсь. Они очень непредсказуемо могут менять свою траекторию. То есть нырять, тормозить резко, ускоряться, подрезать друг друга запросто, с телефоном, и сейчас в машину въедет. Не, увидела, молодец. Дома меня ждет рис и курица, рис и курица. Дома меня ждет рис и курица.